Макс, привет. Привет. Я тебя поздравляю, Макс. У тебя на канале уже 4 миллиона подписчиков. Вау, давай тогда праздновать. Ну давай, одеваем праздничную одежду и идем готовиться. Идем. Катя, собирайся давай. Катя, у меня на канале 4 миллиона подписчиков. Вау, круто. Я самое красивое платье надену. Вот это красота. Готово. Идем. У нас нет торта, ни фаров. Может, у мамы что-то есть? Давай посмотрим. Давай. Да, надо ехать за шарами и тортом. Что, там ничего нет? Ну, почти. Давай, короче, поехали покупать все. Давай. А куда это ты с телегой? Я за шарами, тортом. Ничего себе. Давайте, может, я вам помогу? Давай. Там сюда, Катя. Сюда? А, вот сюда. А теперь за тортом. Макс, сейчас ты улетишь. Нет, нет, Макс точно не улетит. Ну все, поехали. Да. Да что? Вот эти штуки хочу. Ну, честь миллионов, давай купим. Какого тебе цвета? Конечно же, оранжевого. Нет, я хочу все. А давай так, 4 миллиона, 4 штучки, давай. Да. Все, сейчас купим. Макс, иди сам выбирай. Там цветов намного больше, чем на витрине. Видишь? Есть желтый такой, такой. Я все хочу. Ну ладно, если надо, бери все тогда. Спасибо, пап, за подарок. Пожалуйста. Ты умеешь крутить его уже? Научился? Да. Смотри, какая клевая штука. Ага. Ой, падает. Теперь за тортом. Похоже, я вижу, что где торт. Я хочу сам выбрать. Тогда вставай. Я думаю, что туда внутрь нельзя с шариками. Я уже почти все открыл. Давай, может быть, возьмем маленький беленький, и если хочешь, еще и пирожное с клубничкой. Пирожное с клубничкой и белое. Окей, Катя, ты какое-то отдельное пирожное берешь? Я хочу этот. Это себе на свадьбу закажешь. Классно. Смотрите, какой цвет получается. Да. А у нас уже наши тортики вон готовятся ехать домой. Да. А теперь домой праздновать. Как там наш тортик? Доехал? Доехал. Тебя прямо в дом везти? Да. Сейчас шарики поплопаются, да? Нормально. Прямо в столовую. Ну что, прямо в столу везти? Да. Вот так. Все, ты приехал. Начнем со спиннерса. Смотри, сколько много у меня есть. Вау. А теперь достаем тортик. Катя, неси тарелочки. Хорошо. Макс, пячки брать? Конечно же брать. Это же праздник. Я уже несу. А ты неси лапусту. Хорошо. Ох, как много лапусты. Макс, принеси пару сладостей, что ли? Сейчас! Можно начинать. Макс, давай позовем родителей. Давай. Мама! Мама! Поздравляем! 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 Я уже шел с ножиком резать торт, но вспомнил, что еще ждут свечки, правильно? Да. Да, кстати, всем привет. И меня не было в кадре.
Мама, есть, да? Уже есть, и тоже праздную. Вот. Сколько свечек надо нам? 4 на 4 миллиона? Или опять же все? Как из Макс, сегодня скромная, ему все надо. Сколько, Макс? Все. Раз, еще одну. О, и достаточно. А теперь сами? Отлично. Давай! Поехали. Ой, оно так долго. Я же испугался. Как круто! Самые крутые свечи, наверное. Да. Они такие горячие. Поздравляем! А свечек 5, это намек, что 5 должно быть. 5 миллионов должно быть очень-очень быстро. Они такие горячущие, вау, как горелки прямо. Задуваем? Задуваем. Ура, молодцы. Ну то, сказка. А я хочу, Макс, тебя поздравить. 4 миллиона подписчиков – это очень большая цифра. Я думаю, что на самом деле зрителей у тебя еще больше, чем 4 миллиона. Просто они еще стесняются подписываться. Но мы будем делать все лучше, интереснее контент. И со временем у нас будут не 6, не 10, а все 20 миллионов на канале Мистер Макс. Я не подписываюсь тоже, потому что ты мне не разрешаешь. Взял меня и спалил. Макс, я тебя поздравляю с этой цифрой. Цифра реально очень большая, крутая. И очень круто, что ты умеешь снимать такие видео, которые нравятся миллионам людей. Уже 4 миллиона на тебя подписалось. Желаю, чтобы ты рос дальше, твой канал тоже разрастался. И чтобы мы праздновали вот скоро уже 10 миллионов. Вот это будет праздник, да? Макс, а скажи, а сколько ты хотел бы максимально миллионов подписчиков на своем канале? Миллионы миллионов. Миллиард. Это сколько? Это триллион. Столько людей еще. Так вот, все жители мира, пожалуйста, подписались со всех своих гаджетов, с телефонов, с планшетов, с компьютеров, не знаю, с рабочих компьютеров на канал Мистер Макс, потому что ребенок мечтает. И у кого есть пришельцы знакомые, тоже говорите, пускай подписываются. И животные, собаку подписать, кошку, рыбку. Все, потому что это мечта ребенка. А какие, если тараканов все научить подписывать? Так это триллиард. Всем спасибо, а теперь спиннеры. Все, начинается спиннер-винер. Винер у нас будет на корейских напитках. В соревнованиях участвуют жираф, зайка белый, зайка розовый и обезьянки две. У кого дольше всех крутится, тот может открывать и пить. Игрушку себе забирать. Окей? На старт. Внимание. Марш. Поехали. Ой. Сейчас, пока Катя запустит, у нас остановится. Все. Катя, можно мне розового зайка? Смотри, я выигрываю. Ты или я? Та-дам. Та-дам. Я победитель. Открываем? Я выиграл. Окей. Освободили первого зайца. Все нормально? Да. Хочешь назвать его Снежок? Снежок, да, пойдет. Как тебе корейские напитки? Пойдет? Как конфета. Смотри, как я запустил. Три вместе, видишь? И в разные стороны еще и крутятся. Крутая штука. Эти спиннеры. О, видишь, средний уже остановился. Да. И запускаем еще плюс один. Смотри. Детская, да? Фиолетовый остановился. Это сколько уже? 5. Смертельный номер. Разные стороны. 8 виннеров крутится сразу, смотри. Еще и все в разные стороны. Ура! Время срывать ловушки. Давай. Я иду. Давай, на старт, внимание. Еще! Еще! О, самое тихое. Нет. Праздника. Самая крутая осталась напоследок. Давай. Бумага уже. Ах ты, Макс, жулик. Решил меня разыграть? А где же наши спиннеры? Виннеры. Вот они, попрятались. Смотри, как красиво. Нравятся такие видео? Поставь мне лайк! И не забудь подписаться на канал Мистер Макс. Пока-пока! 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 Пока! Катя, пока! Пока! С праздником! Ю-ху! У кого есть такая штучка? Напиши.
напиши в комментариях. Целых 8 штук. Ну, это у тебя.